Йоу, здорово, молодые девочки, мальчики, штришки и штрихуньи. С вами все тот же молодой штришок Димка. Мы продолжаем катать в геометрическую Дашу или геометрический рывок. Что-то там прошлый видик вызвал нереальный ажиотаж в комментариях. Ребята сказали: ого, Димка ворвался очень жестко. Я говорю: да, я реально ворвался очень жестко. И знаете, что я еще вспомнил, когда я доделал предыдущее видео? Так то, что в этой версии игры еще люди могут делать свои собственные карточки. И я такой думаю: блин, а что может залететь на чью-нибудь карточку попробовать и сыграть? Сейчас посмотрим, что тут у нас имеется. А, вот искать можно, смотрите, по лайкам, типа, и что-то в тренде. Давайте будем как трендовые пацаны, зайдем на тренды сразу же. Я ищу какое-нибудь русское название, знаете. Лоботомия Дэш? Это что такое? Погоди, а музыку можно как-то воткнуть, не? Песня одна, во. О, сейчас, по-моему, под музыку поедем, не? А, во, пошло. Что это было? Стой. Ебая. Бля, погоди. Ля, это был... Ебая, эта карта мне начинает Roblox чем-то напоминать, отбитые карты. Ля, вот это я хорош. Как же я хорош. Ёмая, хорош. Я американский квадрат. Хорош. Это как это? Я американский психопат. Блин, Патрик Бейтман меня бы реально за руку бы потрогал после прохождения этой карты. Не-не-не, вот это мне уже начинает нравиться, слушай. Ё-моё, пацаны. Ебать, надо было походу музыку качать, которая в конце была. Ой-ё-ё. Ой, блядь, куда ты постреливаешь, смайлик? Я прямо чувствую, как у меня мозг вырезают. Мозг в трубочку свал... Еба! Недалечу, мужики, недалечу. Ля, хорошая карта, слушай. Бля, просто, вот это самое хайповое, что я видел в этом году. Блин, я ночью буду спать, мне эта морда приснится просто, и я сразу же жижу прямо на кровати выдам. Придется отстирывать постельку. Ой-ё-ё-ё-ё. Ой. О нет, мозг вырезан. Ребята, это я хайпанул слишком жестко. Да как ему лайк поставить? Ля, мне нравится эта карта. Ребята, как вы знаете, в Стиме в самом разгаре идет распродажа, где скидки на игры составляют до 75%, но вы не знаете, как пополнить баланс у себя на аккаунте? О нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamcopycode.com, с помощью него вы сможете просто дешево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а по моему промокоду MANOVER ваша комиссия уменьшится на 2%. Торопитесь, здесь промокода ограничены. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта Monver. Вот сколько у меня тут. 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Стиме, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт. В моем случае это тенге. Применить мой промокод Manover, а также пополнить. И баланс на моем Стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты Steam, которые есть на этом сервисе. Ну и все так просто, ведь Купикод — это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. А ссылочка на данный сервис будет в описании, промокод MANOVER. Всем удачи. А везде реально есть? Ну-ка, The Crypt. Сейчас посмотрим. Вот какая-то музычка, толпа. Не знаю, что это значит. Там еще какие-то SFX, там музычка. Игра, такое чувство, как будто бы она реально расцвела. Я не играл в первую версию 7 лет назад, но я сейчас прямо... Я сейчас чувствую. Ой-ой-ой-ой, блядь, куда ты полетел-то? Стой, подожди. Ё-моё, что за панк-рок? Ой-ой-ой, парни, что-то это прямо сейчас... Извиняюсь за пену изо рта, если у кого-то пошла. Эпилептики, отойдите от экрана, жму руку очень плотно каждому. Это слишком пеноизвлекательная карта. Есть что-нибудь? Стелла инфекция. У нас какая-то одна медицина сплошная в геометрической Даше. Ой-ой-ой, стой, это что такое? Нажмите, чтобы сохранить. Мультиактивная, я активный. А, вот реально клики работают. Смотри, он дерется. Эй, у него есть этот джетпак. Эй, у меня хп-ха. Нажать, чтобы получить факт или совет. Не стойте спокойно. Ё-моё, голова — это самая слабая точка. Ой-о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 й, это что-то... Вот это заруба! Куда вообще? Куда вообще?
Куда столько хайпа? Я ж чуть вообще жидкого не выдал. Прямо на монитор. Ты посмотри, что я вытворяю. Бля, этот дракон, что он себе позволяет вообще? Попущу. Попущу дракона. Алло, вот зелька есть. Зелька. Legend of Zelka. Во. Отлично. Слышь, драко. Не стреляй мне тут, понял? Блин, у меня какие-то хайповые барсы теперь слева добавлены. Надо их убрать как-то, но у меня не хватает сноровки пока что это сделать. Бля, ты посмотри. А где хп-ха дракона-то, алё? А, вон внизу. У него много хп, у него больше, чем у меня, алё. Ну, в смысле, хп я имел в виду. Получай, дракон. Нихера, их два. В смысле, у меня игра свернулась. Алё. Какие два, алё? Как мне его побеждать? Ясно, сам по себе, как обычно. Ну, пиздец. Какие два дракона, алё? Я тебе сейчас птю-птю. Я тебе сейчас сделаю вот это птю-птю. Ты, блядь, постреляю сейчас. Блядь, ты посмотри, что делает, а. Ой-ой-ой, смотри-смотри, своего дружбана позвал, с которым они причпокиваются по выходным. Ты посмотри-посмотри. Что, блядь, обоих попущу. Что за стрельба, что за поселок Шмаляева? Тихо-тихо, пацаны, хп-то у меня одно. А вы пойдете на дно. О-о-о! Мясорубка! Стой, хп! Хп! Сука! Да ты посмотри, блядь, как я могу контролить двух драконов? У меня сейчас башка закружится, алё, это... Так, регидрация. Слушайте, а знаете, у меня какая идея появилась? Сейчас, раз ты так нечестно делаешь в конце вот эти вот боссинские похождения, вот они меня раздражают, когда они так мутят. Когда ты его почти победил, и он еще в три раза сильнее становится, вот это вот меня реально выбешивает. Так, 287, да? Ну-ка. Чисто проверить, пацаны. Так, 274. Отсеять. Чё, пёс, готов к унижению? Стой, стой, стой. Теперь надо два значения найти. Стой, стой, стой. Сейчас я вам сделаю, блядь. А чё у них хп восстанавливается? Как оно выкручивается обратно? Это нечестно. Идите в попу с этой картой. Я не буду ее проходить, нет. Лоботомия на дороге. Это что, еще одно дерьмо? От того же создателя, надеюсь. Ну-ка, скачать еще раз. Блин, на лоботомию я всегда согласен. Ну, в смысле, на такую карточку. Ё-моё, пацаны, чувствую хайп. Чую, чую, чую. Бля, как зовут этого создателя? Он очень хайповый. Опа! Файнахол, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, эпилептиком прошу прощения. Там было Сигма написано. Ой, Сигма. Это я. Why you do this? Я... Никто не делает дизлайк. Я сделаю лайк. Пусть больше людей пострадает от этой карты, чем мы все с вами. Опа. Что? Блок дизайн? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наши парни начинают прорываться очень жестко. Погоди, погоди, мы не скачали. Песня называется «Лабиринт из майонеза». Отлично, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, что за хайпажор, пацаны? Ага, это мы типа... Это я в клуб жестко ворвался. Вот, вот это что означает. Я нихера себе. Это что, нормально, не? Ой, ее залетели в клуб. И слепые снова увидят. А, это вся карта? Рефлекс мастер, это я. Когда переслушал группу Рефлекс. Танцы, танцы, танцы. Лоботомия, фанк. Сколько здесь лоботомии происходит? Что это такое? Ой-ой-ой. Что-то было написано? А, это создатель карты. Отдолбоё. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это хайп. Слушайте, прямо знак качества вижу, пацаны. Сразу же. Слушайте, я понимаю, почему автора так зовут. Я надеюсь, он посмотрит данную видеокарточку и улыбнется. Скажет, да, я такой. Знаешь, теперь не только ты такой, но и я. Я так понимаю, эти карты вообще перед выходом в свет вообще даже не тестировались. Ничего, никакие тестировщики. Какие нафиг тестировщики? Пацаны в шкилке на задней парте там протестировали, походу пена изо рта пошла, и на этом все тесты закончились. Слушайте, уважаемые, сделайте карту более проходимой, я хочу хайпа словить от этой музычки. А пока что ловлю пену изо рта. О, Dead Signal, вот это наша тема подъехала. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там что, будет мистер Дефляко? Ну-ка, попробуем.
Мертвый сигнал. Первая попытка. Мистер Дефляко? Адбат Икс представляет. А вы писали и звонили вашему другу как сумасшедший, но неделями никто не отвечал. Уже прошел месяц с тех пор, как он пропал. Блин, это что, хоррор внутри геометрии, да? Что? Никто и не слышал ни слова от него. Но его аккаунты все еще активны онлайн, и ваши сообщения просто остаются прочитанными. Он не тот человек, который просто вот таким образом подступает. Однажды вы решили отследить местоположение его онлайн-активности, и это указывало на здание в 6 часах езды от того места, где вы живете. И вы решили пойти в это здание искать ответы. Ё-моё, пацаны. Это я. Я так понимаю, это... Чё? Это хоррор? Что, бля? Пацаны, пена пошла. Я приехал в это место. Я еще... Там слышали звуки шажочков? Ля, этот кубик начинает обретать свою личность. Мы все здесь. А хоррор будет, не? Скример. Закрыто. Что? Что по этажам? Подвал. Меня тут держат, кстати. А, я вижу некоторую веревку, но я не могу до нее дотянуться. Представьте, вы так на хайпе заходите и просто кувырками передвигаете. Пойдем наверх. Что здесь? Дверь открыта. Слишком темно. Мне нужен какой-то свет. Это что такое? Кружок, ведро... Пирамидка и снеговик. Кружок, ведро, пирамида, свет. А, во, погоди. А можно взять это, не? Вы подобрали лестницу. И дальше что? Чтоб веревку типа сделать, что ли, зацепить себе? Так это мини-квест какой-то получает. Погоди, а что на кладбище? Я думаю, я вижу ключ, но мне нужна веревка, чтобы туда добраться. А, понял. Сейчас, короче, мы с помощью лестницы забираем веревочку, которая там лежит. И все забираем. Так, где там лестница? Сюда ставь. Я подобрал веревку, отлично, я бы забрали. Сейчас мы с помощью веревки просто зацепимся. А, во, он просто веревку прицепил. Нифига, он отчаянный, сам спустился в колодец. Вы подобрали ключ. Надеюсь, никто не оторвет веревку. Никто не оторвал, я вернулся. Тут где-то было темно. А вот здесь, наверное, выключатель. Ебой, ни хрена себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кружок, ведро, пирамида, свет. Надо посмотреть, как они там, в каком порядке в амбаре лежат. А, сколько предметов, наверное, погоди. Кружков 4, ведра 2, 2, пирамиды. Ёбаю, 6. 4, 2, 6, 1. 4, 2, 6, 1, мне кажется, код будет сейчас. Я прав или я лев? Сейчас проверим. Так, 4, 2... Чё, сверхразум или нет? Я умею, да. Да, я убью, пацаны. Там свет включили. Где мой друг, алё? Так, темный подвал. Вы были уже здесь. А, вы всегда здесь были. В подвале? Я согласен, я почти каждый день видики выпускаю, я в подвале. И вы продолжаете движение. Всегда начинаете сначала. Это место, куда вы принадлежите. Слушайте, это про меня игра, походу. Но в конце... Что в конце? Скример? Ничего не меняется. Чё? Что за бред? Погоди, дверь какая-то. О, я выбрался. Нифига светло на хате стало. Пацаны, я, по-моему, пережил ночь. И дверь открылась в конце. Посмотри, что ты наделал. О, нет. Это был куб-предшественник. И его порвало на 4 кости. Левел завершён. Я этого не делал, пацаны, я не делал. Если это только конкуренты, я не знаю, кто это еще. Вот это хорошее, слушайте. Блин, что это за игра, где мне одну лоботомию за другой проводят? Пацаны, у меня, по-моему, передоз уже хайпули произошел. Так, давайте попробуем. Еще одна. Так, это что? Опа! Опа, как же он хорош. Сигма! Вторая. Ой, блин, нихера себе. Не смог перепрыгнуть. Смотри, 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 смотри. На Сигме перескакиваю. Это я. Я Сигма Куб. А, я понял, он, короче, там сам автоматически перепрыгивает первое препятствие, и потом я должен перепрыгивать, ё-моё. Так, пошла, 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 наша старая... Опа. Та-та-та-та. Ни хрена там какой-то черт вместе со мной прыгает. Опа. Ой, бля, нихера. Ой-ой-ой. Куда? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё делаешь-то? Это кто? Это Кириллка или... Нет, это не Кириллка выпустил. Было бы смешно, если бы этот куб сам просто прыгал, а я типа как балбес, знаете. Можно было бы управление не тыкать. Типа левел сам себя играет, типа мне видео просто включено. А я случайно кнопку нажимаю и провал происходит какой-нибудь. Вот это была бы реально лоботомия просто. В конце левела, если бы мне написало, типа на самом деле играли не вы, а ПК.
Вот это было бы смешно. У меня просто истерика от этого зеленого смайлика, который вначале выскакивает. Настолько он не в тему вообще. Я прошел! Там какие-то жуки еще едят. Экран, это что вообще такое? Не, пацаны, по-моему, это лоботомия не для меня. Она сильнее, чем мой мозг. Бам. Не, да, стой ты, подожди, остановись. Вот на этом моменте мы и тормознемся. Ребзики, делайте карты, если вы хотите. Я не знаю, как я их могу вообще найти, эти карты, каким образом. Как-нибудь отметьте, чтобы я точно мог узнать, что я должен на этой карте сыграть. Погоди, ну-ка, стой, сейчас посмотрим. А, вот тут можно по имени искать. Пишите вот здесь вот 228 просто, и все, и тогда будет найдена ваша карта. Любое какое-нибудь хайповое название и цифры 228 туда просто, и все. Вот, давайте чисто для теста возьмем, какая-то карта есть. Кошмар. От игрока с ником Мафака. Let's go, baby. Все, я готов пройти ваш кошмар. Нету песен, да мне вообще насрать, что там есть вообще или нету. Давайте, кошмар. Ой-ой-ой, ребята. По-моему, это реальный кошмар. Погодите, что-то аж экран затрясло. Что здесь вообще происходит? Здесь не только музыки нету, здесь вообще звуков никаких нету. А где кошмар-то, собственно? Сейчас какой-нибудь скример выскочит. О-о-о! Тихо, подожди, это меня на пике посадили. Стой, погоди. Надо нормально развернуться. Сейчас, пацаны, тут пикачи. А-а-а, я понял, короче, как это работает. Все сейчас будет. Ни хрена я шлепковый хайповый квадрат. Хрен вам. Я пройду. О, блин, так это реально кошмар, алё. Ни хрена ЧБ. Это типа сдох, что ли? А, так это вообще легко. Блин, ну это реально кошмар, блядь, пацаны. Сейчас стоп-про какой-то скримак будет. Это я вообще гарантирую. А-а-а, колышки-то тоже на них насаживаться не надо, алё, я понял. А, я опять забыл про этот колышек. Что-то реально какая-то попа боль на этой карте ощущается. Блин, реально скримера не хватает, чтобы какая-нибудь бабка выскочила на меня со скошенными глазами и без зубов. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое сейчас было? Тихо, сейчас будет скример, по-моему, нет? Где? А, во, стой. По-моему, надо вот ой, бля. Тихо, это смерть. Run. Я понял. Все, я бегу. Я же говорю, будет какой-то мини-скример. А так, а ты открой дверь-то, алё. Чё это за алапульское бревно работает? Да я пройду. Ё-моё, пацаны, смерть движется. А, помогите. Ты распирошь? А. Погоди, я где, в Симсе? Все нормально, я, по-моему, раздуплился, как говорится. Я перепутал эту морковку с чем-то полезным, и я на нее сел. А вот это как работает, вот эти вот шарики? Вот эти шары я еще не проходил. Бля, пацаны, надо было, походу, где-то разогреться. Я еще заметил небывалый ажиотаж в стиме в активности, где я выполнены были достижения, и было подписано, что я их выполнил. И мне написали «хорош», «мега хорош», и какой-то челик написал «хуйсос». Сам такой, понял? Да это что такое? Куда я ускакал? А, уровень пройден. Все, неплохо, пацаны. Отлично, ребятки. Все, пацаны и девчули тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комменты. Всем хайп. Всем пока.